Друзья, всех приветствую! С вами Анаэль. Сегодня хочу вам предложить расклад на тему, что вас ожидает в июне месяце. Перед вами 6 фигурок животных. Я надеюсь, вам хорошо видно. Загадывайте каждому свое животное, выбирайте. Кому нужно время подумать, поставьте видео на паузу. Итак, начинаем. Значит, какие события вас ожидают в июне месяце? Давайте начнем с первого животного. Это у нас будет коровка. Значит, какие события вас ожидают в июне месяце? Здесь у кого-то события такие, что, знаете, вот как будто кто-то хочет построить отношения семейные или какой-то союз, может быть, в бизнесе создать. И есть все предпосылки для того, чтобы это совершилось. Но здесь какой-то человек, женщина какая-то, которая этого всего не хочет, и она очень сильно может этому помешать. Давайте посмотрим, что там будет дальше, какие события разовьются. Так, значит, она будет вам мешать с помощью, то есть она будет обращаться в какие-то органы. Здесь имеется в виду правосудие, ну, возможно, какая-то документальная волокита. Будет обращаться в государственные органы. В общем, вам стоит обратить внимание, или соперница у вас есть, если у вас намечается какой-то брак, союз. Давайте не будем говорить слово брак, да, мне он тоже не нравится, союз. Вот. Или союз между мужчиной и женщиной, или союз в бизнесе, партнерство. То обратите внимание, пожалуйста, что некая женщина захочет вам очень сильно помешать, и вы будете иметь дело не просто там как поругаться, да, а то есть она будет конкретно серьезно вам мешать, и все будет касаться каких-то документов, какой-то бумажной волокиты, возможно, что-то вот в этом роде. Да, план у вас хороший, поэтому вот имейте в виду. Так, для тех, кто выбрал кролика у нас. Какие события ожидают вас в июне месяце? О, ну здесь все замечательно. Здесь какой-то эмоциональное движение идет, возможно, это связано с какой-то недвижимостью. Вы очень много работали и очень старались, какие-то у кого-то какие-то планы, мечты осуществляться. И именно благодаря вашим заслугам, вашим стараниям, вашим стремлениям. Ну, возможно, будут некие помехи, препятствия, но вам кто-то поможет. Какие-то друзья вам помогут, и как на эмоциональном уровне они вас поддержат, так и на физическом. Но вы вполне самостоятельный человек, и вот что-то, мне кажется, связано именно с недвижимостью будет. То ли вы, может быть, сдадите в аренду, или купите жилье, или, может быть, переедете в другое жилье. Ну, что-то такое вот именно будет у вас такая вот, что-то вот радостное событие, связанное с недвижимостью.
Так. Ну, для тех, кто загадал вот на лошадку. Давайте посмотрим, что у этого человека будет. Какие события в июне? Интересно. Вы знаете, здесь я вижу человека, который стремится, развивается духовно, то есть какие-то у него есть духовные стремления, возможно, этот человек экстрасенс, я не знаю, ну или, по крайней мере, занимается экстрасенсорикой, и ему вот такое ощущение, что ему постоянно мешают, ставят палки в колеса, да, и то ли нападение на него, то ли что, но он, этот человек, держится за счет своей личной силы, за счет силы экстрасенсорной, и пробивается, и вот в июне у него будет какая-то вот настолько сильная атака, что ну вот прям могут разрушить все до основания, но тем не менее человек выйдет из этого положения, поэтому здесь не нужно особо переживать. Я думаю, этому человеку не впервые с этим бороться. Если человек не экстрасенс, значит, здесь у него идет какое-то любовное переживание, любовный крах. Кто-то мешает или что-то мешает ему в любви. То есть здесь идет, я вижу, разбитое сердце. Возможно, опять-таки связано с магией по какой-то причине. Может, там приворот, отворот. Сейчас модно стало начитаться книг или там наслушаться каких-то там видео, и начинают люди делать привороты и отвороты, что очень плачевно заканчивается. Вот. Но здесь опять-таки человек, как бы ему не было больно и одиноко, он выходит с этого положения. Вот. Ну, в общем, в июне месяце вот у обычного человека не со способностями, да, здесь какие-то, вот я вижу, именно любовные переживания. Ничего страшного, вы в июне же месяце это все в себе переварите и выйдете. Найдете выход из положения, что-то у вас новое, открытие чего-то нового, какой-то прорыв. То есть здесь вы выходите то ли из депрессии, или какой-то выходите на новый уровень понимания чего-то. Ну вот что-то такое я вижу. Так, для тех, кто загадал на овечку. Что у вас будет в июне месяце? Так, а здесь я вижу, что здесь идет, вам перекрывают денежные пути, денежные дороги. Что-то у вас здесь какие-то препятствия, проблемы с финансами. Ну вот какая-то женщина вам преграждает путь, ставит всяческие препятствия. Уж не знаю, там, чем вы насолили этой женщине, или она от зависти это делает. Но у вас есть какие-то планы на какую-то денежную сумму, да? То есть, может быть, вы что-то хотите приобрести или что-то мечтаете о чем-то, да, вот каком-то там капитале, там доходе, не знаю, там, может быть, что-то вот именно приобрести, ну, какую-то крупную вещь, да, то есть приумножить свое богатство. Ну, вот стоит здесь вот препятствие, у вас не получается. И здесь вот карта именно показывает, что какая-то женщина владеет очень сильно вашей ситуацией, то есть вами, и она ставит препятствия.
Обратите внимание, пожалуйста, какая женщина может это делать. И ну, давайте вот еще совет от карт, что нужно делать, как поступить. А, ну, знаете, вот это вот просто, это судьба ваша, это ваша фортуна. То есть здесь вы должны какой-то урок пройти, возможно, это кармический урок. И вы должны что-то понять из этой ситуации, найти правильный выход из этого положения, чтобы принять все как есть правильно. И вы получите бесценный опыт, с которым пойдете дальше по жизни, и вы уже будете, ну, как бы приобретете мудрость и понимание, как нужно поступать в таких ситуациях. Так, для тех, кто загадал на дракончика, здесь у вас в июне какие-то проблемы будут с правосудием. Сейчас я уточню. Ну, что-то у вас на июнь месяц, хотя мне идет информация, что у вас уже сейчас эти проблемы, и они как бы, ну, еще не решаются, затягиваются, и в июне месяце они также как бы затягиваются, не решаются. Так. Вот какая-то женщина вам, возможно, какого-то ранга или какая-то большая там должность, не знаю, она вам поможет выйти из этого состояния, из этого положения. То есть у вас на данный момент разрушено очень многое в жизни, и вы ищете способы, как это все, ну, восстановить, как-то привести жизнь более-менее в порядок. Обратитесь, пожалуйста, к женщине, которая имеет какие-то полномочия, она у вас есть возможность, вы даже знаете, кто эта женщина, и она вам поможет. Значит, совет от карт для вас. Знаете, вот я бы сказала, не обращать внимания на то, что вас там где-то со стороны ранят или там подкалывают. Знаете, вот есть очень многие люди, которые видят, что у человека проблемы, и там начинают тюкать его, там ты такой-сякой, там сам до этого дошел. Да, мы сами до своих проблем доходим, потому что мы, когда человек имеет проблему, то, естественно, он сам это все притягивает. Но дело в том, что мы как сами притягиваем проблемы, так мы можем их и разрулить, поэтому здесь ничего страшного. Не обращать внимания ни на какие колкости со стороны. Обратитесь, пожалуйста, к этой женщине, и она сможет вам помочь. Может быть, это родители, может быть, это какие-то друзья, которые имеют какую-то должность и могут вам помочь. Или родственники. И последний у нас гусь лапчатый. Что ты нам скажешь, гусь? Какие у человека будут события в июне месяце? А в июне месяце у вас будут какие-то, вот знаете, те проблемы, те заботы, те какие-то трудности, которые на данный момент имеются, они наконец-то решаются и решаются в положительную сторону.
Через, опять-таки, через правосудие. То есть вы сами там уже что-то вот, вы сейчас на этот момент уже что-то делаете, что-то бегаете, решаете. Вот, и, ну, возможно, вы уже там на пути или там бумажные вопросы какие-то решаете, да? Вот, и так, сейчас еще вытащу, нужно еще обязательно вытащить, почему там не такая информация идет. Ух ты. Ну вот прям мешают вам, мешают. Кто-то вам прям палки в колеса ставит капитально. Какой-то мужчина мешает вам. И этот мужчина, я бы сказала, занимает какую-то большую должность и мешает вам. Что-то он прям такое ощущение, что он хочет прям разрушить вашу жизнь. Ну, прям гусь, ты нас не радуешь. Так. А вы ничего не делаете. Вы стоите и ничего не делаете. Значит, что? Совет от карт вам. Значит, вам нужно посмотреть на это все совершенно с другой стороны. Не то, как вы сейчас смотрите и пытаетесь решить эту проблему. Знаете, я бы сказала, есть такой метод со стороны смотрителя. Да? Вот представьте, вы и ваши эти трудности, там ваш начальник или кто вам там эти трудности создает, да? А вы выйдете как бы мысленно из своего тела и увидите себя и эту трудность там или этого человека, который создает вам трудности. И посмотрите на вашу проблему как бы со стороны смотрителя. Вообще вот, ну как бы, ну вам все равно, да, вот что там, как вы просто рассматриваете ее чисто из любопытства и можете безэмоционально решить. Увидеть выход совершенно другой. Хотя вы на самом деле сейчас бьетесь, бьетесь и не видите выхода из этой проблемы, да? Но вот она решится, но нужно вам именно как-то вот посмотреть именно таким взглядом, вот, знаете, отрешенным, третьего лица. Вот попробуйте сделать, вот как вам советуют карты, и вы увидите, что выход есть, и выход, возможно, неожиданный. Вот. Но карта Солнца говорит о том, что вы выйдете обязательно из этого положения и уже в июне месяце. Так что все, как всегда, в наших руках. Просто нужно уметь правильно выходить из ситуации, ни в коем случае не впадать в панику, не нервничать. Потому что, знаете, вот когда человек там нервничает, паникует, вот это уже 100% ничего не получится. А когда человек спокоен, знаете, вот как удав, то все проблемы просто решаются вот на раз. Всегда есть выход из любого положения. Итак, кому понравился мой расклад, ставим лайк. Если вы не подписаны, проверьте вашу подписку. Подписывайтесь на мой канал, потому что сейчас очень многие жалуются, что почему-то пропадает подписка на мой канал. Ну, это не только на мой канал, я уже слышала, что и на многие каналы подписчики говорят, пропадают сами подписки. Уведомления там значок почему-то отключается. Проверяйте, пожалуйста, если вам интересно. Благодарю вас за просмотр и от вас лайк просто в знак благодарности за видео. И пишите, как совпадет, не совпадет, когда пройдет июнь месяц. И я вас всех благодарю за просмотр. Всем желаю удачи, счастья, добра. Всем пока. С вами была Анаэль.